В 1:10 на пульт дежурного пожарной службы поступило сообщение о пожаре на улице Московское шоссе. Горела недавно открытая автомойка напротив торгового центра «Барс Премиум». В ликвидации пожара участвовали 12 пожарных автомобилей и 37 человек личного состава противопожарной службы. Огонь тушили всю ночь. Сообщается, что пострадавших нет, причины пожара и ущерб устанавливаются.